Воротами в Рыбинск может стать новый въездной знак. Это стелла в виде стерляди из металла. Ее проект предложил властям города художник Андрей Васильев. Рыба стоит на бетонной колонне, а там на насыпи с металлическими плитами, которые имитируют волны. Высота сооружения 12 метров. Местом установки должна стать Рыбинская окружная дорога, хорошо известная ярославским автомобилистам. Правда, когда будет реализован необычный проект, пока неизвестно. Ведь это еще не окончательный вариант въездного знака. Разработка продолжается, архитектурные детали уточняются.